Всех приветствую, дорогие друзья, любители видеоигр, вы на канале Герман Трану Гейм. Это вторая часть прохождения игры GTA San Andreas, и мы начинаем. Побежали на задание следующее. Задание у нас следующее будет вот здесь. Задание называется Райдер. Следуйте к R, ну и чтобы было задание, короче. Выполнено. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, ballers and vagos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Так, лопату нашли. Наше оружие. Первое. Это типа, как бы пасхалка, что ли. Оно первое оружие, действительно, у нас еще оружие толком-то и нет. Ладно, Райдер. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street, you damn? I'm always damn. Let's go, bitch. А Райдер, как бы, понимаете, ну, Нарик, если так простым русским языком, он Нарик. И это наш друг бывший. Ну, не бывший, он как бы и сейчас друг, но... Он был другом до того, как я уехал в Liberty City. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah. А не, надо нам зайти, короче. Красный маркер, видимо, машины надо заехать. Давайте. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Ну, эти миссии я довольно-таки хорошо помню. Сейчас нам придется подстричься. Барбар. Так, садись, Джей. Ну, вот здесь у нас есть... У нас вообще 162 бакса. Давайте вот это посмотрим. Блин. Вот это самое вот бесящее, что оно сейчас выйдет. Ну нет, бро, не выходи. А, обратно все равно. С лопатой по улице. С полно чумачечей. Давай. Надо на Space нажать. Давайте купим, без разницы. В принципе, 12 баксов останется. Мы теперь лысый. Ну ок, все, выходим. Дебильная, кажется, прическа у меня, но она самая дорогая. Точнее, она не самая дорогая, но это самая дорогая, на которую мне хватило денег. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Вы должны кушать. Это помогает набирать вес и так далее. Так, это добавляет, короче, вам энергии. Побежали. Пицца-шоп. Вот с лопатой. Кстати, у них здесь есть еще одна фишка. Вот, есть. Второе. Оружие. Не знаю, для чего они здесь это оставляют, но я знаю, что здесь это есть. Если это здесь есть, значит, это нам пригодится. Купим. Все. И такой этот самый крутой. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry. Райдера уже здесь все знают. Shit, его никто не думает, как даже не верит, что он вор. Buster, straight buster.
shit, run! О, черт, беги. Лол, вообще, это просто пипец. Ну как так? Сейчас еще убьют. Не, не убьют. Бля, нет! Ой, вот этот кувырок. Отвезите райдера домой. Ну это полный вообще трэш. Здесь, как если вы не поняли, вообще никого не уважают на данный момент. И мы должны исправить данную ситуацию. Ой, Jesus. Ой-ой-ой-ой. Она сейчас взорвется. Бам-бам. О, давай залезем. Окей. Так, дубль 2, кадр 1. Сейчас такой херни не должно произойти, но, видимо, это по тому же маршруту, на самом деле. Так, все, я прошел это дело заново. Ура! Очень здорово. Тихо, тихо. Нет, только не заново, пожалуйста. Я уже не могу так играть. Ладно, давайте. Так, нам надо, короче, как-то вот здесь проехать. Я помню, здесь есть мост. Вот он. Наш мост. И мы едем. Приехали. Супер! Забери это, сладенький. Later, homie. А что он мне дал? Да ничего не мне дал. Ты дебил? Конч. Просто конч. Что-то он мне уважение, что ли, дал? А, не понял. Он сказал, что типа забери это, сладкий. Ну ок. Второе задание. Checking up. Возьми эту краску, раскрась здесь. Раскрась это говно, что они нарисовали. Раскрась это говно, короче. Если что, тебе помогу. Ты поведешь? Да, я поведу. Сядьте в машину, сладкий. Кстати, вы замечаете, да, что здесь тоже сладкий, как и в Saints Row засёт. Ну, там вообще во всех Saints Row. Там были сладкие. И те можно как бы догадаться, откуда все это пошло, поскольку GTA-шка вышла намного раньше, чем Saints Row. Смотри на говно, а. Смотри, как надо делать. Короче, вот эта херня, это типа... Не знаю, на что влияет, но если все закрасить, мне друг рассказывал, что он короче, тут так долго это все раскрашивал, там, не знаю, ну, короче, час ездил по всем трем городам, и, видите, их всего 100, и они нигде не отмечены, их надо просто найти. Это сейчас они отмечаются, а так они нет, никак не отмечаются, и все. И он так ездил по всем трем городам. Как не отмечал, и когда все отмечаешь, тогда дома появятся автоматы, калашников, это молотого, коктейли, и все бесплатно. Я тоже постараюсь это все сделать, воплотить это в реальность, но не обещаю. Скорее всего, это я буду делать за кадром, вы этого не увидите, поскольку это крайне будет скучно. Ну, а я там как-нибудь тебя буду развлекать. Так, поехали. Восточный Лос-Сантос нам надо теперь отправляться. Это где у нас? А это у нас вот здесь. Окей, правильно я проехал. Восточный Лос-Сантос вот тут.
crashes. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Закрась здесь это все говно, а я поеду дальше. Все закрасили. Самое палевное, что здесь вот эти балласты стоят. Смотрите, видите, они стоят здесь. Это балласт, ган. Ну, как банда балластов. Они окрашены в розовый. Так. Вот так. Побежали. Сейчас самое главное сейчас убежать. Если всего лишь отдать зуб не дали. Это не сильно там очень-то и опасно. Ну здесь они типа показывают, что в игре есть возможности паркура, но они настолько малы, что это просто ужас. Так. Ну тут как типа миссия, как в нынешних сейчас играх модно, да? Показывать все достижения игровой, ну как, игры индустрии, что ли, как-то в этом духе. Ну, короче, в этой игре я тоже, она не стала исключением. Здесь как бы все хорошее показывают в самом начале. Что, мол, посмотрите, как у нас здесь есть офигенный паркур. Он на самом деле офигенный, если подумать, что это 2000 год. Карл, давай быстрей. Карл, давай. Привет. Бро. Идиот. Сучка. Давай, поехали. Поворот, поворот, переворот. И это на самом деле был, ну, не прорывная игра, конечно. Она не сильно была прорывной, но... Она была прорывом в том, что появился открытый мир. Она 3D. И у ней классный сюжет. Очень классный сюжет. Вы, надеюсь, уже убеждаетесь. Поначалу не самое сложное задание нам дадут, пока у нас нет уважения большого. Нам не будут доверять хорошие задания, типа, ну, поджигание травы, типа такого, как угонение поездов и такого всего. Третье задание. Cleaning the hood. You gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang tight. Oh, no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle, sweet. Them marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chunks from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah, you right. So you and Ryder gonna handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We got to keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh. Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Hey, beat up is on his all messed up, huh? Мне не дали оружие, кстати говоря. Так, ладно, давайте в эту машину сладких залезем. Она как-то поцелее выглядит. Надо выключить сразу радио, оно меня напрягает на самом деле. Оно реально убогое просто, если так честно говоря, оно убогое. Мне оно нифига не нравится. И нам надо вот сюда подоехать. Здесь у нас будет следующая миссия. Нам надо будет сейчас побить мужичков. Да, это. Правильно. Открывай! Уже не ушли. Пол тут. Хуль ты приперся, а? Съебывай. Да херел, мэн! Что случилось, нига? Сейчас Биг Бэр подойдет. Большой медведь. Нихера себе. Реально большой медведь. Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man.
Beer, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. А Бир — это их, типа, друг, что ли? Эй, нигга, фак ю! Тина, ниггер. Хватит с разворотом, мужики. На характере прям. I see what you mean now, man. If Crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug Big... addicts Они используют Биг Бира, чтобы как... использовать его в своих целях, как-то так. Крок-дейлер. Ну, короче, к дилеру побежали. Вот это, короче, звезду снимает. Ты чё, дурак? Ко мне. Жучка. Ты чё, у меня лопата с собой есть? Неплохо будет. Вот это вот короче, вот эта херня снимает звезду. Типа, вас полицейские не будут искать, хотя не факт. Я посмотрю на этих дебилов. Начнем. Привет, дилер. Ты меня о чем утудишь-то? Все, побежали отсюда. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Не, я просто приехал. Говорит, типа, что, мужик, ты сумасшедший, что ли? Нет, я просто приехал домой. В принципе, все правильно. И сейчас вот покажу, как эта херня работает. Хоп. Don't you bust on me. Ничего теперь не работает. Man, we on a serious mission now. Пошли, мэн. Go. Наши братаны уже подтянулись, которые помогают. Ну, эти зеленые чуваки, это наши ребята. Когда мы завоевываем территорию, давайте посмотрим на нашу территорию. Всего есть три государства таких больших. Это вот это государство. Вот, вот оно, все. Нет, вот она только вот, где вот до реки. Потом есть вот это государство. Вот она, все. Видите, какой здоровый, это самый большой город это. И есть еще третье государство, оно самое последнее, вот это вот коричневое говно. Тут самые вот последние миссии будут, они крайне будут сложны, но это мы... Я вам все покажу. Серии, наверное, на 40-й, поскольку игра довольно-таки длинная. И все за один раз не, я не сделаю. За месяц мы игру легко пройдем, я уверен. Не такая уж она и длинная. Ну, в принципе, она очень длинная, но за месяц ее реально пройти. Хотите получить боль? Да, блин. На нахуй, на, блядь. На, ёпт. Тихо. Help me! Чёрты. Ты ёбнись, ты, сука, ванус, нахер! А тупая тварь! Чё такое вообще вас тут миссия фэллит? О, фак! Ну ладно, давайте, наверное, заканчивать. Если вам понравилась серия, ставьте лайк. Блин, ну реально это чёрт побери! Какого чёрт вообще? Я начну всё сначала. Ну ладно. В следующей серии я... Так, так, так. Карл, это офицер Хернандез. Кто? Офицер Хернандез. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay. Говорит, you watch your tone, что он офицер Баласки, и Карл, типа, это ты, сука. И уважай меня. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Они, говорит, следят за тобой. Ну ок. Ладно, давайте надо заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.